В одном из жилых модулей поселка Новозаполярный работники компании «Газпром Добыча Ямбург» ненадолго погрузились в традиционный быт коренных жителей тундры. Несколько дней дверь в мир самобытной культуры Севера была открыта. Собственно, за это время коренная ненка Эльвира Теседа успела донести до посетителей самое главное – навыки изготовления национальной игрушки и всевозможных сувениров-оберегов. Этому популярному сегодня направлению ручного творчества и был посвящен ее проект с мастер-классом. Бисер, кожа, мех оленя в деле создания оберегов – основные материалы, а вот главным строительным элементом для изготовления национальных кукол выступают клювы птиц, которые в руках мастериц быстро приобретают привычные формы. Дни культуры Севера в поселке Новозаполярном проходили, как обычно, в формате открытых дверей. Люди в любое время без приглашения могли зайти в национальный кабинет, поговорить с хозяйкой и получить персональные творческие рекомендации. В районе, в округе проходят дни образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района. И мы вот под эгидой этого вот мероприятия проводим очень много таких, организовываем интересных событий для себя.